Ну, а что принимаю я? Я стандартно принимаю вот такие ритмы здоровья. Я себе уже в баночку пилюшку это положила. Начала без вас, грешна, каюсь. Дальше. Что у меня здесь? Гиалуроночка. Это мой друг на постояночке и будет всегда, потому что я буду делать только перерывы, когда начну вот этот комплекс пить. Сейчас хронолонг мы с вами бахнем, добахаем вот этот вот хронолонг мой. С хронолонгом я реально гораздо лучше. Прям у меня и эти дела быстренько хорошо проходят, без всяких вот этих желаний выпить горсть таблеток, уколоть себе укол, лежать трупом. У меня было в последнее время, знаете, такое ощущение, что у меня просто все внутренности выдирают. Ну вот, поэтому я с этим товарищем на постояночке. Дальше, что у меня на постояночке? На постояночке у меня история, которая помогает нашему зрению. У меня это лютеин и зеаксантин. Потому что, ну все, ничего не заходит с питанием, то, что поддерживает зрение.